эфир телеканала «Беларусь-1» протягивают новины региона. У студии Наталья Игнатенко. Добрый день. Чарговый этап выборчей кампании, сбор подписов инициативными группами кандидатов выходит на финишную прамую. Подписные листы должны быть даны 21 жнивня, а проверка их соправдности будет вестись на протягу 10 дней. Проход выборчей кампании в регионе журналистам сегодня рассказал старшиня Гомельской областной комиссии по выборам президента Республики Беларусь Миколай Стош. Первыми до сдачи подписных листов у Гомельской области приступили инициативные группы двух кандидатов. У поддержку Александра Лукашенко уже сдадено около 220 тысяч подписов. И крыху больше, как 3 тысячи, сдала инициативная группа Сергея Гайдукевича. Одночасово протягивается формирование составов участковых выборчих комиссий. Своих представников вылучают працовные коллективы, громадские объединения, мясцовые политические партии. Этот этап завершится 26 жнивня. Свою працу почали и аккредитованные центральные выборчие комиссии назиральники. Характерно, что больше за треть их – жихары Гомельской области. 300 наблюдателей, которые аккредитованы в республике, 109 представляют, значит, нашу область. Наибольшее представительство направили, значит, общественное объединение – 79 человек. Из общественных объединений наибольшее число – это профсоюзы – 20, Белая Русь – 19, БРСМ – 13 и другие наблюдатели. В целом же мы ожидаем большую группу наблюдателей, как сказала глава Центральной избирательной комиссии Лидия Михайловна Ермошина, к концу августа прибудут наблюдатели от СНГ, от ОБСЕ и ПАСЕ. Практика прямого диалога с жихарами регионов по хвалючих их питаниях протягнется 15 жнивня. Представники выконавчей улады проведут у субботу черговые прямые линии. У Гомельской области звороты громадян будет принимать первый наместник старшини облвыконкама Александр Владимирович Максименко. Номер телефона у Гомеле 75-12-37. Час проведения с 9 до 12 годин. У Гомельским гарвыконкаме прямую линию проведет первый наместник старшини Павел Евгенович Павлов. Звонков от жихаров областного центра чекают по номеру телефона 75-19-84. Как и завсёды, по субботах вести телефонные разговоры с громадянами будут у районных администрациях и райвыконкамах. Больше как половина установ эдукации в Гомельской области отримали пашпарты готовности. Все организационно-технические мероприемства по оформлению документов должны быть завершены до 20 жнивня. До прикладу, 76 установ эдукации Мазырского района пашпарты готовности уже отримали 58. Выниковая проверка остальных школ и дитячих садков отбудется сегодня. Об тем, как рыхтовались наставники до нового научального года, у материале Дмитрия Котова. У Козинской средней школы все работы по подрыхтовке установы проводили уластными силами. Наставник-дефектолог Вольга Гавриловец свержает, что это становится уже доброй традицией. До прикладу, на сэкономленные сродки у ее класс закупили додатковую литературу и специальное обсталевание для коррекционной работы с вушнями. Мы сделали здесь капитальный ремонт, клеили, красили, покупали все, что было необходимо для строительства. Во-первых, это гораздо экономнее. Я имею в виду, что это делали не строители. А во-вторых, то, что мы запланировали, мы сделали так, как мы захотели. Для проведения работ в установе было притягнуто около 45 миллионов рублей, ахвированных батьками навученцев. До того, что и выконкамам были выделены 60 миллионов, однако зумовой. Ремонт повинен быть проведен только уластными силами. Научились ложить плитку, научились шпаклевать, научились пилить, красить. То есть все у меня в коллективе, мои работники могут делать любые виды строительных работ. Это несложно. Дело в том, что коллектив очень дружный, поддерживают друг друга, и нет такого, что это мое, это твое. Если берутся за работу, делают сообща, делают все вместе, помогают друг другу. Наставники Прудковской средней школы лишат, что, каб летом спростить процесс подрыхтовки, необходимо бережливо ставиться до установы на протягу усяго навучального года. С самого раннего взрослого приучать детей до парадку. Все лето у школы так само все работы выконывали уластными силами, за выключением ремонта отопляльной системы, где спотребилась допомога специалистов. Ну, я своих людей туда просто не могу пустить. Почему? Потому что там должны работать специалисты. А остальное все мы сделали собственными силами. На сегодняшний день то, что сделано, это... Это и подкрашены полы, и где-то мы обновили стены, стенды обновили, закупили по предписаниям оборудование. Это все за счет внебюджета и
собственных сил. Як свідчить практика, представники галіни едукації з розумінням ставляться до потребування проводять ремонт у школах власними силами. І проявляючи увесь свій творчий потенціал і натхнення, роблять усе, каб ребята з 1 вересня відчували утульність і комфорт у своїх школах. Тут, звісно, в основному пішли средства наших спонсорів, шефських організацій, допомогли немного нам родителі. Ну і основна маса роботи, звісно, лягла на плечі технічних і педагогічних працівників. За последние годы в каждой школе сформированы бригады, которые умеют и штукатурить, и красить, и ремонтировать, и мебель обновлять и так далее. Поэтому в этом году каждая школа просто на удивление показала, какие и дошкольные учреждения, какие виды работы они смогли делать своими силами. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район. До новин у спорту. У Гомелі 4 мини-футбольные команды разыгрывают Кубок областной федерации футбола. У международных турнирах принимают удел гомельские дружины, белорусская чыгунка, ВРЗ и агрокомбинат Паудневый, а так само сборная Грузии. За подеями первого гульнявого дня сочил Максим Савин. За 4 дні команди проведуть по 3 гульні. Графік напружений, але для гульців гетеє споборництво у некій ступені відпочинок від тренувок. У матчі відкритті перемогу оспречували ВРЗ і БЧ. У бягучій міжсезонні команди вже споборничали, але то були товариські зустрічі. Турнір – інша справа. Це краще, ніж грати товариські ігри, тому що є соревновательний стимул. Організували такий турнір. Ну, совместить і соревновательний процес, і підготовительний. Гомельські команди згуляли у нічию 2-2. Наступними на паркет Палаца гульнявих відов спорту вийшли новічок вищої ліги білоруського чемпіонату «Агрокомбінат Паудньовий» і зборна Грузії. Грузинська команда зараз рихтується до відборочного турніру чемпіонату світу. І це бачно. Розмінка перед гульнею більш подобна на тренувку. Білорусь і Гомель у приватності для проведення збору вибрали не випадково. Футзал. Белорусский футзал наш в большом уровне. Сейчас мы знаем информацию, что у вас подъем футзальный, мини-футбольный по-вашему. У нас абсолютно новая команда, очень много молодых ребят. У вас клубы очень сильные. Мы, чтобы опыт у нас, у наших ребят, это молодых, чтобы появился здесь у вас. Матч почався за так грузинской команды. Футболисты Паудневого уважливо гуляли в обороне и ловили соперника на контратаках. Эта тактика принесла плен на 5-й хвилине. Отзначился Виталь Байцур. После пропущенного гола грузины кончатково взяли инициативу в свои руки. Але зравнять лик не отрымливалося. Голкипера агрокомбината тягнули усе. У середине другой половы гульни помылка грузинских футболистов провела до другого пропущенного гола. Забил Александр Данилейко. Выпустивши 5-го полевого гульца за 2 хвилины до конца матчу сборная Грузии один мяч отыграла. Амаль перед самой финальной сиреной Александр Данилейко, пославший мяч у пустые вороты, зарабил улик 3-1 на корысть Паудневого. Что-то недооценили, что-то недоработали, кого-то недооценили. Сейчас поработаем, отдохнем чуть-чуть, и завтра будет другая игра, я вам обещаю. После первого гульнявого дня лидеры у турнирной таблицы агрокомбинат Паудневый. Далее идут ВРЗ и БЧМ, замыкая квартет сборная Грузии. Переможца турниру вызначится в неделю. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». И на этом выпуск завершены. У студии працевала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до новых встреч в эфире.